Всем добрый день, с праздником Дня Святого Николая. Шубинский парк, 19.12.2020 год. Обратите внимание, то что сегодня погода не очень такая приятная, дождливая, но заодно это не дождь, а мокрый снег. Извините, что так просто я движение делаю видео. И обратите внимание, как хорошо сделан Шуминский парк. Главная аллея, а от нее идет ответвление. Ну, дорожки. О, я вам сейчас кое-что интересненькое покажу в нашем парке. Друзья мои, посмотрите, как заботятся о нашей здоровой нации в Шуминском парке. Наконец-то сделали спортивную площадку для атлетов, для наших людей. Хоть кто-то старается для наших людейшек. Ну и перепокрасили, поставили новые горки. Да, хоть что-то. Качели новые, смотрите, какие красивые качели. Новые горки, как в парке в Шевченко сделали все. Капец, хорошо как теперь будет деткам. Это ж недавно поставили. Это еще пойду. Давайте сейчас испробуем это. Смотрите, в принципе ничего не поменялось. Все как было, так и осталось. Ну, кроме этих новых качелей.